Президентом Узбекистана станет снова Ислам Каримов, возглавляющий республику уже более четверти века. Первым секретарем Компартии Узбекской ССР его избрали еще в 1989 году, а сегодня объявили победителем прошедших накануне президентских выборов. По данным ЦИК, за 77-летнего Каримова проголосовал 91% избирателей, или почти все явившиеся на участке граждане Узбекистана. Явка составила более 90%, при этом представители наблюдательной комиссии ОБСЕ заявили, что у голосующих практически не было выбора. Подлинная оппозиция в Узбекистане, по мнению политологов, отсутствует. Даже в ходе предвыборной кампании соперники Каримова не критиковали власти, а рассыпались в похвалах главе государства. Однако в западные средства массовой информации такие кадры не попадали, потому что узбекское правительство отказало зарубежным масс-медиа, включая Рейтер, в аккредитации для освещения выборов. Сегодня же стало известно, что одним из первых поздравил Каримова с переизбранием президент России Владимир Путин.